Доброе утро, ребята. У меня, по крайней мере, утро, и нас не зарейдили. Это самая замечательная новость. Да, тут лозунги всякие, смотрите, появились. А это дело, я так понял, что адекватно. А сейчас летает вертолет, и особо не выйти. Вот, ждем, пока он исчезнет. Его кто-то пытался забатить, но ему почему-то интересно именно это место. Вот он просто его постоянно патрулирует. Вот, и чё? Ну, по планам у меня сегодня будет, возможно, полюбасное на рейды. И надо строить основной дом. Так что вот такие дела. Онлайн на сервере сейчас 180 человек. Эй, да, пацаны, сей? Давайте здесь танцевать, твою мать. А чё он теперь до сих пор летает? Еще раз выйди. Так он на улице. Бич, слышь, ты охренел со мной драться-то? Сейчас как ствол возьму. Да пристрелю тебя нах. Орех он тут дерется. О, все, по-моему. По-моему, да, все. Добрыня, выйди, убей их всех тут, а. Kill them all. Это я. Сюрприз, мазафака. Тут двое. О. Второй не знаю где, убежал. Видать, понял, что он ошибку сделал. Что-то в его жизни пошло не так. Опа! Ничего себе, пойдет. Пошел я крафтить там. Из ракетницы выбежала, блять. Ну там еще стреляют на этом. Гаубичная батарея. Иди на эту, на башню, слышь? Этот, Добрыня. А, да, ага. Оттуда склад видно, нормально. Окей. А знаешь, я тоже пойду. Да. Погоди. Ну я тут. Выходи. Ну чё там? Добрый, видишь что? Нет. Да он не поделался даже. Я решил с вами пойти. Так сверху там идеально, говорю, видно. Так с пешки хоть попадешь, блин. Они далеко, они около дороги. А, около дороги? Да-да. Я прям думал, здесь у нас. А что-то у нас мало этого, топлива. В этом. В рыбе еще есть. А-а-а. И где они? Пошли. А, вы уже там, да? Пошли. Да. Вон, тихо, тихо, вон он на берегу там бежит. Ага. А у них вот этот вот дом на берегу, это их хата. Там как минимум трое живут. Вот это железная, да? Да-да-да, и вон тип сидит. Да-да-да, он за лодкой прячется. Я слева от вас. А, вон, смотри, алло, бич там лутает. Мазафакер. Минус. Да я, блядь, вообще. Сори. Броня не прогрузилась, голову было. What the fuck? А вот и он. Убил. Все, подними меня, пожалуйста. Еще. Да ты ришь здесь внутри? Нет, я дома. Понял. Ага, ребята, идет с берега. Генил. Фул. Двое. Угу. Один пешка. С оружием, что ли, или что? С арбалетом. Идут сюда прям. Понял, я хилюсь. Ух ты ж, блядь, нихера он мне дал. СМГ. Да-да-да. Две точки. Здесь арбалет сегодня. Воу. Они отжали, что ли? Чё? Где этот арбалетчик? Да вот здесь где-то, снаружи, блядь. А, наверху, понял. Убил его, всё. Это я, сюда бегут калаши. Давай-давай. Бляха, у меня хп нету. Держи бинты. Ещё ты один, ты что ли, арбалетчик? Да это... Добрый. Надо покрыситься, надо закрыситься и убить в упор. Блять, надо здесь тела все проверить. Слушаем, ребят, слушаем. А они пошли рашить или нет? Вроде да. Не вижу. Они меня видели, на меня бежали, я отошел и все. Понял.
Так, это я. Okay. Что тут есть какие-нибудь бинтики? Вот в телах есть какие-то бинтики. Вон они сверху скачут. Минус один. Еще один там. Калаш все еще стреляет. На горке. Этого не вижу, который лучник или кто это? Эх, да, лучник был. Бляха, надо до дома мне дойти и шприцов взять. Да-да-да, дойди. Калашисты, конечно, уходят за гору, короче. Так, я поднялся на ангар, ты же наверху его убил? Нет, на колесах он упал, на колесах. А, вот он. Здорово, Дрозд. Че, нормально там? Ну, так. А микрофон свой отодвинь, пожалуйста, блядь, это пиздец, блядь, адекват. Я тебе серьезно говорю, блядь, либо мембранку какую-то поставь на сезон. За спиной у вас бич. Одно положи у лучника. Кто с Валером Алова? Я. Окей. Так, здесь эти бичары бегают, да. Это кто? Враг там, с луком враг. А, блядь, это я, Все, двоих убил. Угу. Ну и беспонтовые лучники были. Ну, знаешь, беспонтовые лучники... Биг Валерчика надо залутать. Я его так и не залутал. Я Валеру поднял. И потом... Угу. Иду. Еще были пружины, что-то еще там. Вот он валяется, Биг Валерчик. А он залутанный, походу. А, да? Все. Угу. Вон, пацаны. Это их дом. Убили. Зарубил его. Подожди, а где эти? Они на горе? Наверх ушли туда. Давай мне скидывай. Они вон туда вот ушли. Вон туда. По берегу ушли. Чё там, Риш? Да не, Дроздом. Она с Дроздом общается. А он со мной не я вообще вор. Взял пышку, меня украл. Так, бля, ясно. Калашисты ушли. Бомжи раскидали. Ебать мускилы. На складах все так же носятся, блядь. Двое тут. Ага, один одетый. Один, точнее, это висит труп. А вот второй вижу. Сдох, что ли, один? Один, да. Без головы. Это я. Ё-моё. Убил. А пацан-то лутал. И походу так, нормально лутал трупы, которые здесь были. Собрал все. О! Спасибо. Ты прям под стрелу вылез, саран. Она была не предназначена не тебе. Она была не предназначена не тебе. Что, блядь? Она была предназначена не тебе. Все правильно. Ты не понял просто. Угу. Да не специально. Так, вот кирки надо забрать две. Забрал. Ну, луки тут всякая бодяга. Адекват, а ты где? Да вот я здесь, в халабуде. Внутри этого склада или что? Да, да. Значит, это враг был. У нас здесь? Да, да, в этих скалах. Вон он. Возле дороги. Так, я домой. Тычку дал. А, ты нашел, что ли, Биг Валеру? Да. Минус. Ага. Ну, такой одноразовый пришел. Броня. Заберем. У нас лодку хотели украсть, суки. Блять, я почти дотянулся. Чуть-чуть подплыви вперед. Как ты? Еще чуть-чуть.
А, сдох. Они за тобой? Да. В нашу сторону поедут. Вот если ты хочешь, смотри. Чё? Ой-ой-ой. Нихера их там стоит. Вижу. По кустам. Надо поближе подойти. Ты чё? Базарят. Дерутся. Кто-то кого-то там, да, орехом бьёт. Хэдшот минус. 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 Кто, блядь, стреляет по мне-то два раза, блядь? Сорян. Жадно смотри. Минус. С йоками. Поднимай меня, адекват. Сейчас упаду. Ну, он бежит уже, бежит. Сзади вас, сзади что, дома, бежит. Убил? Да пиздец, кого минус, блядь. Сука, попал. Он меня с камня убил. Да ладно. Че, он там не собирается, что ли, открывать, да? Лодку ищем, чё? Угу. Ну. Аккуратно. Веб сейчас повесится. Да, да. Да вот та это. Она долго проплавает? Ну, еще вам хватит спокойно, чтобы скататься туда. Да, да. Да подожди, это я не могу забрать, блин. Встань, пожалуйста. Могу выкинуть себе. О. Все? Да, все. Вроде бы. А, Иришка еще с нами. Я за ну серый. Все, пацаны, удачи. Спасибо. Ну да. В зиму, за серый. Там тоже пробел серый. Не нажимать. Так на что чинить? Что же нужно? Мы не знаю. Металл и дерево нужно. Да? Давай забеги. Да. Что такое? Не, я смотрел карту. А. Давай домой забегим, я возьму металл, дерево и починим лодку. А то пиздец, мы рухнем нахуй. 37 хп. Вон, по бичам, огонь, бля. Мы сколько плавали, было 80 хп. Вот мы плавали, ну так плавали. Вот сейчас да было 39, все. Уже 37. Какой водитель. Какой водитель, он по воде плывет, блядь, алё. Водитель. Тычку дал. Нормально. Мы что, не пойдем на дерево? С каким деревом? Дерево, металл, починить лодку. А, да-да-да, так я возле порта остановлюсь. Здесь. Да блин, давай не будем ввязываться. Вот просто. Сейчас я поближе. Давай. Подъеду. Ну так, норм, да? Я побежал, да. А ты куда-то возьмешь еды? Все, починили. Заштопал. Да. Погнали. А, вы в броне. Толкните, мы на мели. В смысле броне? Кто броне? Заведи двигатель. Да, заведи давай. Двигатель, он не толкается. Не повернуть, не повернуть мне. В нос надо толкнуть. Можете? Нет пуша. Сейчас будет пуша. Ну когда там уже это? Хватит уже. О, попытку. Давай. На тебе пуша. Еще есть? Есть. Есть. Еще? Еще, еще. О, еще в жопу толкните. О, все, поплыли. Не-не-не. Да нормально, говорю, все, садись. Давай. Погнали. Ииха! На, вот и рассвет начинается. Не, просто. Да, не, вперед посмотри. Не-не-не. А что так быстро? Ну потому что пока мы лодку отремонтировали, пока то да все. Это все из-за рекордса. Может это закат еще? Я раньше тебя побежал. Мы приехали на другую карту, в просто сторону и. Земной шар обогнули. Адекват, у тебя все в порядке, не? Нет. Льдины! Где? Впереди! Да-да-да. Ага, вижу. Так, и чё? Задний ход. Так, есть. А здесь высадку сделать? Ты ж... Подожди, а по берегу пройдем? Нет? Правее. Правее надо, да? Я думал, нет, холода там нету радиации. Так, чё, где будем высаживаться? Это вот Power Plant. Дальше обогнем. Давай, знаешь где? Вон Т-17. Вон там. А нахуй там РТ? Тут антенны и пауэрплэк нахер. Ну нам животные нужны. Ну да. Ну вот, У-17. Там если будут льдины вообще в упор, вы мне говорите, я не вижу.
Ну вон штурман спереди, Иришка. Может, высадимся, вот здесь льдин нет. Вот льдины! Да. Нормальное место. Здесь? Лево, 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 да. Так, ну ничего, пушним нас еще, вроде. Конечно. Норм, вот так. Кто мокнет, неохота. Так, все. Подожди, а как? Че он не гасится? Че только пушит-то, ё-моё? Че он вытолкнешь такой? Конченый. Или Е зажми чисто. А, Е зажать? Yeah. А, все, понял. Все? Топливо забрал. Да, все. Пошли. Ну все, погнали. Я не понимаю, это баг какой-то или что? Где животные все? Не, ну серьезно, мы пробежали уже столько, должно быть дохера. Хотя бы одно. Я вчера плавал, тоже так же. Хотя бы олень там какой-то. Я вчера здесь бегал, были животные. Лёш. А я оленя нашел. Пошла жара. Животные начали. Минус олень. Ну все, ребят, я фул. У меня вообще места в инвентаре нету. Могу что-нибудь одно забрать. Так все, да, мы уже к лодке возвращаемся, да. Я думаю, пропрыгаем. Ну да. Погнали. Отлично, нашу лодку украли. Да? Блять. Ну что, а пешком из... идти? Гнила. Да нет. Да нет, ты что? Она аж фуловая была вообще. Ну, новенькая. Дом, милый дом. Угу. Добрались. Хоть и лодку, суки, украли. Кик бенит. Ну все, теперь все будет у нас в порядке, по крайней мере. На первое время, да? На первое время, да. Итак, ребята, ну, как я и сказал, мы вернулись, и наша задача была налутать не вот это вот там, херово тучу мяса. Слава богу, у нас с этим проблем нету, у нас рыба ловится, и с едой вообще никаких проблем нету. Нам нужна была кожа, чтобы делать броню. Это было... У нас здесь почему-то не спавнится животное, там одна свинья раз там за день появляется, и все. Поэтому мы вот съездили в зиму и нашли место, где очень много медведей. Так что вот, миссия у нас выполнена. Тем более, вот адекват там еще сейчас накидает всякого. Ну, он у меня топливо, еще 130 осталось в крафте, то мы шли всю ночь. А кто с Валера стрелял? Это Азира. Эти, чухкобесы на берегу. Че-то у тебя с микрофоном вообще не то. О, стреляют. Что у меня не то? Сейчас то. Да, такое ощущение, как будто в тазе говоришь иногда. Там это за домом, за домом. Ну, ты, сука, ушел, представляешь? Там дверь есть. Да, да, да. Ну, они дом, видишь, как расширяют? Запомним. Они с двух сторон будут. Выходи сейчас, он будет с двух сторон. Но у него одна дверь. Смотри, чтобы у тебя там не вышли, да? А я здесь смотрю. Ай, вышел. Минус он. Минус два. О, стрелы срочно нужны. Шкаф нужно сжечь. Минус у тебя за спиной. Есть, ну, стрелы. Как бы, крутись, дружище, крутись. Смотри как-то. Давай, Ира, срочно нужны стрелы, лук, все надо. Добей этого сзади, чтобы он не встал. Сейчас снесу. А где ты шкаф его видишь? Подожди. Вот, посмотри. Чётенько. Лол, лол. Так может их зарейдить, а? А что тут вообще у них? Ё-моё! Протолкнёшь? Бежит! Где-то здесь он. Убил его, не дал закрыть. Попробуй протолкнуть меня. На нет? Берегу ладно, нет. Да-да-да-да, всё-всё, забей. Минус он. Минус. Бляха, я не успел залететь. Они хотят закрыть гребаную дверь. Да. Им это очень важно.
Подожди, а смысл сжигать, я не понимаю. Ну, сожжем мы шкаф, и что поставим дальше? Можем... Поставим твою дверь. Да. Нет, ну дверь мы не поставим. Ну, почему не поставим? Пристроиться и поставить дверь. Только так, да. Либо просто вообще их застроить нафиг. Видишь, Ир, шкаф, да? А спальники им подожжешь? Да. Я сейчас попробую вот эту дверь открыть. Ты залутал, кстати говоря, Валерчик это? Валеру подобрал там патроны? Я не видел. А, он там лежит где-то вот внутри. Где? Вот он лежит, алло. У меня какой-то никого. Из этих. Подожди, подожди. Ну вот я его убил здесь. Вот этот чувак тебя стрелял с Валера. Здесь никого нет. Ясно. А, вот он лежит, Валера. Подобрал. А патроны где? Нет, что ли? Нет, походу. Главное, смотри это, не подпусти, они сзади будут пытаться прорываться у тебя. Второй дом вот. Угу. Это еще бы рез, конечно, для застройки какой-то. Ира, нет у тебя с собой? Нету. Не видал. Пацаны, все-таки, наверное... О! Че все-таки? Плывите, наверное, к нам. Там мы уже вас. Вот, вот, видим вас. Ой! Вот. Сука. Ну, я внутри. Ёпа-мать. Вообще внутри? Да, да, да. Прям в луте? Прям в луте. Есть А-а-а. Там что? Смотрю. Зарезался у тебя, Ир. Убила. Ага. Бежит спальники. С другой стороны. Убивает спальники. С другой стороны рекорд. А, ну ладно. Так. Добрынь. А шкаф что, минус, Ир, не? Слушай, смотри, треугольник деревянный сверху. Где? Дверь, вот этот треугольник деревянный. Вот а дверь открыта, да, одна же, Ир? Все, понял, короче, Зарез. Сейчас... Зарезается. А, закрыл! Ну, ёпа-мать. Это... Шкаф... Подожди, а шкаф минус, ты сказал, нет? Сейчас. Ага. Пойдем со мной, Добрынь. Возьмем сихи, вот, и... Бляха там. А аресы есть там, Ир? Сейчас. Кто-то зарезался, да, Петя? Да, аресы есть чуть-чуть. Чуть-чуть или нормально? Ну так. Окуп, не окуп. Радик, ну и хоть. Может быть, в шкафу, конечно, но 50 серы лежит, так фигня всяко лежит. Ну, значит, в шкафу все основное. Сейчас, короче, я хэза. Сначала 4 взрываем у них вторую кабинку эту, откуда они там вылазят. А ты тогда, наверное, огнемет я делаю. Ты тогда палишь с огнемета эту, где Ира сидит. Okay. Подожди, Ир, а там есть инструменты? Да. Много? Ну, достаточно, прям хорошо. Потолок так вот, выйдет. У тебя стена нет, каменная. Потолок. Да, все, выбиваюсь. Выбьешь, да? Да, да. Все. Главное, спальники рипнуло? Делаю. Тут просто очень много их. Ой, ага, ой. Понял. Тогда... Чё, тогда идем взрывать тупо. Чё, кого? Так. Всё, спальники. Подожди, это, слышь, Добрынь, возьми, наверное, резы на этот, застройку там наверху. Там камень и дерево. Наверху там, говорю, на втором этаже. Окей. Ага. Тогда огнемет не делал от меня. Ещё ты, это я. Ещё тут. Пьянка. Скрэпов нет. Угу. Угу. Угля там много я видел. Так у него и шкафа здесь нету. У них пристакан этот фундамент, поэтому... Мы можем один все, фундамент шкаф, тупо... Да. Давай здесь шкаф поставим где-нибудь. Вот здесь застрой его. Вот здесь вот. Изумруженный граф. Здесь. Надо эту полку, может, сломать, да? Или ты поставишь? Проверь. Нет. Что нет? Хотя, если... Вот так. Ну, да. Ну, застроить сможешь его? Да. Надо тогда это вот этот, я думаю, у них основной дом. Вот этот вот каблук. А оттуда кто-то выходил разве из них? Дверь не открывалась. Конечно. Да, там и вчера они, сколько их там было. А то, что это друзья, конечно, это точно. Да-да-да. Замуруй, слышишь, ну вот. Чисто выход. Вот этот. Так а чё? А он там не про... А.
Ну, ну так, чтобы даже не, да. не забегал просто. Так, Ир, ты там выбиваешься как-нибудь да, вообще? Да, единственное, надо это, узнать, где это. У них все квадратный, да, просто? Да, просто квадрат, стена. Ты что, потолок выбиваешь или стенку? Да, только ты почему-то 99 хп. Что это за фигня? Так она то бьет, не то? Стенку да, 442, да, да. А вы застряли, они ко мне не зайдут? Пока нет еще. Я уже бегу назад. Ё-моё, реально каблук. А мне не хватит. Ну вообще ни о чем. Два спальника лежит и... Шар забитый. Шкаф стоит. Ну в шкафу, возможно, что-то есть. Короче, вообще непонятно. Они здесь какой-то херотой маялись просто и все. Mm-hmm. Походу лутали только вот эти вот железные. Где Ира сидит. Да они тут знаешь, чем занимались? Чем? Бичей. My brother. С другой стороны, do you know the way? Это эти. Короче, обзываться не буду. Воины Уганды? Да-да-да. Так, где еще застроить? Это, Иришки, застрой вход. Вот этот вот. Бляха, надо этот... Чем шкаф-то вы? Да, короче, забей, я его взору просто и все. А, так куеры стрелы, может быть, еще есть. Есть. Ну уж да, так она же там еще долбится. Вообще пустой шкаф. Талончик уж полностью. Так это лодка была сейчас. Это наша. Мы ее приплыли. А. Короче, каблук вообще ни о чем. Ну тогда там лут оставишь, да, в ящиках, угу. Чтобы я потом чекнул. Кому-то сейчас будет попочка. Минус один. Все, минус. Все, минус второй. Хера, они опасны. Так, второго лутается, да? Да. Слушай, в натуре опасно. А биквалеру подобрали? Да, да, ага, все. И что? Скачет там по нашей рыбалке, мудак. Хватило тебе на застройку там? Да, Добрынь? Тютельку. Угу. Рекрос, сзади тебя, чувак, там копье с копьем, все дела. Я два раза попал по нему. И чё? Он почти добежал. О, блядь! Хэдшот дал. Что-то он метку... Все, убил его. Он в одежде был. Типа крутой пацан. Гуччи, о, гаражка у него пойдет. Бинтики всякие. Гуди заберу. Пляж. Хэдшот. И че он бежит дальше? Почему? Он попал. Идет вот так себе. Я попал. Попал, все, минус. Потому что это Валера. Не-не, я с арбалета ему в голову дал. О, отлично, привет. И чё у нас здесь? Бензопила. Нихера себе. О, кстати говоря, прицел бочка. Наш не изучен уже. Но у нас есть он. Да. А, у нас есть еще один прицел бочка. Да. Так, надо... Чувствую, нас ждет переработчик с вами. Очень... Оу. Не, ну, блин. Печки смотри еще. Мелочь, ну, приятно. Да нормально здесь все. А чё в печках? Вчера какие печки? Сыра? Металл, сера. Да, все, лутаем, ребят. Я вообще забитый, прикинь. Всяким дерьмом, но забитый.
Я повыкидывал еще там всякие гитары. Как ты гитару выкинул? Ого! Ничего себе тут, скрапы, порох. А скрап сколько было? 196. Кожа. Сколько кожи? 120. Угу. Я просто палю по сторонам, чтобы это... Ну, в принципе, я все. Так, это стакается у меня, это тоже стакается у меня. Не, ну ковер, как я не заберу ковер? А, вот здесь вот было топливо? Светильники, да, я забрал. Все? Да, все забрали. Ну все, уходим. Застроить? Камень есть, Настя. Дерево только. А зачем, по сути, они же там не построятся, ребят. Ну да. Шкаф-то наш. Пошли. Пускай домой. Переночует и уходит. Заберут водичку. Зарежено. Брынь-брынь.